Всем привет! Сегодня будем готовить тыквенно-яблочный пудинг. Вот такие нам понадобятся продукты. Яблоко, тыква, молоко, манная крупа, сахар и 2 яйца. В сотейник выливаем 100 мл молока. И добавляем сюда 200 грамм тыквы. И начинаем немножко тушить. Минут 5 потушим, 10. Когда будет тыква немножко мягче, добавим сюда яблоки. Прошло 10 минут, тыква уже полуготовая. Теперь добавляем сюда яблоки. Яблоки и тыква у нас нарезаны мелким таким кубиком. И теперь тушим все вместе до готовности яблока и тыквы. Прошло еще 10 минут. Наши яблочки уже почти готовы. И теперь можно немножко растолочь, чтобы была однородная масса. Теперь всыпаем сюда 30 грамм манной крупы и варим в течение 5 минут. В итоге у нас должна получиться вот такая вот смесь. Теперь подождем, когда она остынет до комнатной температуры, и будем дальше готовить пудинг. В 2 желтка мы добавляем 1 столовую ложку сахара и хорошо растираем сахар вместе с желтками. Желтки вводим в остывшую смесь. И хорошо размешиваем. В белки добавляем щепотку соли немножко и начинаем взбивать в крепкую пену. Белки мы наши взбили и начинаем постепенно их вводить в нашу основную массу и аккуратно будем вымешивать. Белки мы вводим несколько приемов, в 3-4 приема, и аккуратно все размешиваем. Форму для выпекания я смазала сливочным маслом немножко, и можно немножко посыпать сухарями панировочными, чуть-чуть. Выливаем нашу массу, она получилась вот такая воздушная, равномерно хорошо выливаем. И отправляем наш пудинг в духовку на 180 градусов минут на 40. Вот такой у нас получился пудинг. Очень нежный, очень воздушный. В меру сладкий. Очень вкусный десерт. Кушайте вкусно. Всем приятного аппетита. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!